Каникулярный день в художественной галерее начинается в 10 утра. В это время сотрудники проводят для детей экскурсии по выставкам и познавательные занятия. Они посвящены изобразительному искусству, разным техническим материалам, разным инструментам художников. Мы и знакомимся и с натюрмортом, мы знакомимся с волшебным карандашом, которым можно работать разнообразно, интересно в разных техниках. Все занятия проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. На киносеанс пустят 44 человека. На экскурсиях и мастер-классах могут присутствовать не больше 5 детей. На творческих мастер-классах ребята будут делать тематические сувениры. Это и осенние котики, и осенний головной убор, и дары осени. Тоже очень разные техники. То есть мы с детьми занимаемся и бумагопластикой, и пластилинографией. Они и клеют, и вырезают. Знакомиться с программой «Каникул» можно на официальных страницах художественной галереи ВКонтакте и Фейсбук. У каждого мероприятия свой возрастной ценз. Записаться на занятия можно по телефонам 70287 и 66409. Елена Грискова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.